Сегодня, впрочем, как и всю предыдущую неделю, наш стрим мы начинаем с какой-нибудь страшной игры. Вчера вот мы начали проходить Сому. Собственно, сегодня мы и продолжаем ее проходить. Я думаю, сегодня мы ее, кстати, и закончим. Вот. Такие вот пироги. Сегодня стрим задержался немного, потому что мне пришлось возить племяшечку на английский. На занятия по английскому. Поэтому на 2 часа перенести пришлось. Стримчик. Ну что ж, всем добрый вечер. Добро пожаловать и поехали. Привет, Феникс Лид. Привет, Курлык. И тебе, голубь. Извините. Пойду запущу пока сому. О, заработало. Замечательно. Бывает, бывает, иногда такое случается. Так, сейчас мы сому добавим сюда, чтобы ее вам видно было. Оп-оп-оп. Привет, Максиарти. Сам, наверное, узнал парочку новых английских слов. Нет, я сидел в прихожей, или как ее там назвать, и читал книжечку. Пока не уснул. Племянница вышла, разбудила. Ну что ж, продолжаем, да, продолжение, конечно, каучук-то. Мы остановились на том, что... А вот, походу, написано, на чем мы остановились. Саймон потерпел крушение рядом со станцией Дельта. Он по-прежнему пытается найти ковчег, но для этого ему сначала нужно добраться до станции Тета. Тета. Тета, я так в детстве говорил вместо «вот это», я говорил «тета», кстати. С детства уже знал вот эти символы всякие, вот, знаете, вот эти вот. Тета, лямбда, гамма, омега. С детства говорил: мама, хочу тета. На СК2 ТВ есть стрим. Стрим. Здравствуй, прогенитор. Раз, два, три. Ну, я просто сосредоточенно искал, как бы... настроить микрофон, поэтому у меня было такое выражение лица. Ну, а еще темно было есть в комнате. Так, мы тут с табуретами развлекались в прошлый раз. Текстурки, прогрузитесь, пожалуйста. Давайте я отвернусь, вы пока прогружайтесь. Спасибо. Так, руководство. Руководство я не... А, это не то руководство, подождите. Икота, прекрати. Подождите, а где подсказка-то была написана, куда надо настроить, чтобы все было хорошо? Я забыл. Я забыл, что это нужно было прожать. Ой. In this town of hell. I am the one waking up to be obeyed. Boom, boom, boom. Так, ну сюда корабль должен приземлиться, но с кем связаться-то надо? А, во! Точно, вот. Нет. Или да. Ну давайте 049 запросим. По очереди всех запросим. 049. Погнали. Уп.
А где был компьютер-то такой, чтобы запрашивать корабли? Вот здесь точно. Чё я сказал? 0.49? Careful, Brad. Nice and easy. 0.49. А здесь какой был? 840. Это не тета, тета вот желтенькая. А желтенькая у нас пятая. О, 0.49. Как раз то, что нужно. Больше ничего жать не надо? Точно? Ну ладно. На подходе. О, отлично. Он же сюда, наверное. Ого. Zeppelin. Led Zeppelin. Это то, что нам нужно, малой. Добрый вечер. Привет, Никит. Привет, Wayfarer. Спасибо за поддержку. Я уже даже немножко подпривык уже к этим кричаниям внезапным. Calm down, we're safe. Oh, it's really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Да, Led Zeppelin. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ну погнали. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us the chip. Чё теперь на робота охотиться бегать? Воу-воу-воу! А прицел есть? Ой, куда так подевался? Чё-то помехи пошли, мне не нравится. Значит, сейчас кто-то выскочит страшно. Здесь таун, он, вон он, летает. А, это малой. Малого трогать не будем. Малой нам помогает. Эй, здоровяк! Подь сюда. Дело есть. Давай. Да куда ты? Да стой на месте. Сорян. А чё, не будем пушку брать? Не, я бы на месте этого Тома Сойера, или как его зовут, Генри. Блин, я забыл, как зовут главного героя. В общем, взял бы пушку с собой.
Мало ли чё. Я принёс. Thanks, Simon. Don't be mad, Simon, okay? Точно. We really needed that chip. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. He was talking. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Погнали. Все? Go? А. Может, хоть побеседуем, пока летим? Не? Здорово, Наракс! Да, все роботы, оказывается. Но только с перенесенным сознанием человека внутрь робота. Разумом. Или сознанием. Короче, фиг знает. Это багуля был. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunbat, and head down the abyss, 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Uh-huh, yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? Okay. See you soon. See you soon. А тут карта только что горела, я хотел посмотреть, куда ты это. А, ну вот, стрелочки, danger. Ничего опасного практически, наверное, в этом нету. Это вот туда. Большая. Straski,
Wake up Dr. Masters. We're bringing in Akers. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. Jesus Christ. He's all butchered by structure shrapnel. The biosurgeon a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait. Where are Kumaravi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. Лесенка страха? Что за лесенка страха? Ну тут скорее оно такая психологически психосоматически запугивающее, заставляющее думать о всяком, о том, что мы с вами, например, тоже можем быть на самом деле роботами. Нас уже вообще не существует, мы всего лишь плод чьей-то фантазии, как мы любим про это говорить. Здорово, Мидас. А чё за лесенка страха? This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The art project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Наракс, ну я уже несколько раз говорил о том, что когда мы играем в одиночные игры, Twitch DJ не работает. Twitch DJ работает, когда у нас какой-нибудь мультиплеер мы играем. А, Layers, Stairs. Stairs of Fear и Layers of Fear. Созвучно. Привет. Кто бы ты ни был. Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass, Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. Нет, пока не совал. How did you get here? Сейчас буду. I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Well, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Это непонятно. Не, ну понятно, это почти как клонирование, но не совсем. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize.
She always got into trouble with Strawmeyer when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys really pulled through. They saved us all. See you later. Will do. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. А можно было бы ее микрочип достать, типа, ну как бы тоже в ковчег его забрать? Is this what it's supposed to look like? Ну мы же Катрин забрали, Катрен. Катюху, короче. I expected something different. Да не, я не хочу тянуть провод. Зачем? Может, ее как-то так можно спасти, кнопочки понажимать. Ой. Да дергайся! Как все сложно. Ты и так уже серийный убийца. Это бессмысленно. Там-то мне приходилось их убивать, потому что... Потому что там совсем все плохо было. Энергии не хватало местами. Это фонарик так плохо работает. Да, спускает, я уж напугался. Да, части Ринсвинт, я так и подумал. Hello? Anyone there? Well, Catherine, we found Theta. Катюха, мы Тету нашли. Ща выбьем. Ну, я просто думаю, может, еще куда надо для начала сходить? Туда, например. Да или пофигу. Не пойду я никого убивать.
Я же не убийца. Прошлые разы не считаются. Это было вчера. И это было случайно. Подозрительные тянки на флешках. Значит, Суперман. Да не, я так просто. Там-то под водой было просто все это. А здесь сложнее балансировать на стуле. Че это? Оп! Нет. О, мячик. Господи, игра десятилетия. Это же гениально. Ой. Что у тебя, Мидас, там случилось? Что, ты тоже робот? И тебя заставляют писать в чат? А. Ну это хорошо, наверное. We're here? We're here! Okay, great! Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dumbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... Это матрица какая-то. Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Hey, Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. Что там? What's wrong? It's quarantined. Hold on. Hold on, хорошо. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. I'll just unlock the other doors for you, so you can explore the station. Буст до премиума, по-моему, нормальная тема. Вот это отскочил, давайте еще. Нет, сейчас не так круто было. Теперь так не получится. Да ну... Фигня какая-то. Раз на раз не приходится как-то. То весело с этими стульями, то не очень.
Чё вот он? Ой, я кресло. О, нормально, брейкденс стул. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbat. Где мы тут найдем кого-нибудь, кто знает код вообще? Это не роботы. А, это освещение. О, можно в туалет сходить теперь? Нет? Чем он тебя не устраивает? Красиво стоит. Сейчас. Оп! И он исчез. А, нет. Привет, Вилорас. Ну, если бы ты сначала смотрел, было бы жутковато. Вчера, например, было очень страшно. Особенно со стульями. Уп! Мидас, я не могу его ровно поставить. Он падает все время. Theta is clearly the best option for survival. Ой, нет, там длинный коридор. Можно я по каким-нибудь комнаткам пока похожу? Не длинным. Thanks, Dromar. That's a real helpful report. Be quiet, the proxy listens. What happened to Theta? No explanations anywhere. Kind of sounds like a warning. Кто-то орёт. Лучше бы я по длинному коридору пошел, наверное. Ой, загрузочка. Сейчас опять курица это вылезет. Какого фига? Алло? Тут кто-то кишки потерял. Сходи лучше в коридоре на стуле посидеть. Да, вот это занятие мне нравится. Посидеть в коридоре на стуле. Это, по-моему, самое приятное, что можно было придумать. Хорошая игра. Можно на стуле посидеть. Красный мне больше нравится. Я сейчас буду, конечно, похож на идиота, но у меня нет другого вопроса. Как вы себя чувствуете? Что с вами случилось? Как вы? Слушайте, я не знаю, где тут свет включить.
Спасибо за поддержку, ребята. Я тут, понимаешь, к полузомби какому-то подкрадываюсь. Аккуратненько, чтобы он меня за пятку не схватил. Принеси ей стул. Да она сидит, видимо. Я вообще не уверен, что это она. Это, походу, он. И я не могу с ним поговорить. И провод у него высунуть неоткуда, чтобы прекратить его мучение. Дядя, извините, я не знаю, что мне делать. Может, действительно вас стулом принести, огреть хорошенечко? Ну, чтобы... Чтобы оп, и все. У меня из-за вас камера барахлит, между прочим. Дядя, простите. Но я правда не знаю. Да вряд ли. Пойду отнесу им блок китайских сигарет каких-то. Не-не-не, он. У него там китик нету. Ему еще водички отнести. Пойду водички еще дам. В смысле в морду? А куда мне было кидать ему? Попейте. Помимо вот этого. На, держи. Жуй хорошо. Привет, дикие три шестерочки.
А как я его перезагружу? Сейчас как тут начнет все шуметь. Спасибо за поддержку. Страшные игры — это не для меня. Мур-мур-мур. Не шуми! Не шуми, чё ты, ядри! Чё там? Чё сделать-то? С какой стороны? С какой стороны? Нет, ты меня не видишь. Не трогай там ничего! Я только перезагрузил, слышь? Бежим быстрее ветра! Ну-н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 у! Я только не знаю, зачем я это все перезагружал. Ты не в курсе? Не, тянку там не надо было вставлять. Ну слушайте, наверное, не все. Наверное, вот та дверь должна открыться. А может, все? Ну я перезагрузил компьютер, я сделал все, что мог. Он не работает просто и все. Может быть, просто здесь еще надо что-то перезагрузить? This better have worked. I'm not going down there again. А, ну вот, все. Типа я перезагрузил, я молодец. Только тут еще кто-то кричит. Мне это не очень нравится. А что, туда не пойдем? Where the hell did they all go? Where would you go? Probably Lambda or Omicron? Well, we've seen Lambda already. Maybe only. Какая подстава позади? Наверное. I'm worried we won't find anyone.
Maybe they all helped out with the Ark. To carry it to Tau? Well, it seems excessive, but not out of the question. Ну, сюда, наверное, мне в пост... Типа... Туда нам, наверное, тоже не надо пока. Ну а чё? Вот ты бы как будто что-то другое делал при этом. Мне кажется, или вот та вот дверь приоткрылась вот. Возьми табурет! Там кишков, по-моему, очень много. На, катушка пригодится. Проведите Омни-Инстер. Сейчас проведем. Пробовал открыть дверь, поставить... О-о-о! Вот это ты идею подал мне! Нет, не пробовал, сейчас попробую. Да, иди сюда. Сейчас что-то будет. Так. А, тяжелая зараза. Я сильный робот. Сейчас кровь из носа побежит. А, я же робот, какая кровь? Масло потечет. Ну. Ну ладно. Да нормально, сейчас проверим движок игры, там все дела. О. Я ожидал бы, а куда стул делся? Ну,
Ну, он смешно так. Дверька скушала стульчик. Да ладно. Так, ну чё, я сделал всё. Вот понадобится срочно мне туда пробежать. А, ну ладно, через стекло пробегу. Короче, понятно. Сервер мы, походу, перезагрузили, чтобы там что-то активировалось. Но там страшная крокозябра не дает мне играть с ее мячиком. Хотя эту крокозябру не видел, конечно, но, по-моему, она там есть. Зайдем с тыла. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. А, ну вот, короче. Мозги пересаживали роботу. А мозги рыб пересаживали человеку. Очень интересно, зачем? Чтобы разговаривать с рыбами? Привет, Space Meat. Опа. Локальные файлы. Ух ты. Imogen Read. Партия 9. Тип сжатые данные. Нейрогамма Накадзимы. Продолжительное время 3 миллисекунды. Дата сканирована 31 июля 2103. Исследователь Кэтрин Чун. Объект. Имя Imogen Read. Пол Ж. Дата рождения 4 мая 2072 года. Дата смерти 2-2. Местонахождение Эква Америка. Гай Конрад. Сжатый. Да, ну, короче, 31-62, Северная Англия. Вот. Проверочная среда. Флотинг капсула. Наполненный водой стальной бак для сенсорной депривации. Копировать на нет. Передать по сети. Комната сканирования. С креслом пилота дает знакомую обстановку, не является необходимой для проекта Ковчег. Выбранная проверка окружающей среды будет использована в Ковчеге. Выбранная проверка не использовалась. Надо, наверное, флешку какую-нибудь. Но зачем нам эти данные, я не знаю. Просто. Чё, как? На таком же кресле меня сканировали. Здорово, Киор. Ah, I see. What? Check the terminal, I just want to make sure. Чё? Нанкомп. Нанами композиция. Сжатый данный объект. Нанами же. Дата рождения 11 декабря 97-го. Смерти 17 июля 2021-го. Япония. Берг. Ой. Дата сканирования 28 апреля 2015-го. Исследователь Дэвид Мунши. Имя Пол Берг. Это не мы?
А это которые друг друга. А вот я, походу. Джаред Саймон или как-то. Это вот доктора друг друга сканировали. Дэвид Мунчи. How did this... What is this? Саймон Джаред. What is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Дата смерти 1 июня 2015. Через месяц после сканирования, да? Или когда там сканирование-то было? Да. После сканирования. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Жду не дождусь, когда. Ну ладно. План 20 мая. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Это прям... сильно. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed, I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Второе рождение, можно сказать, конечно, но... Такое ли такое должно быть? И кто нас возродил вообще? Welcome to my place. When I started the ARC project, I pretty much lived in this lab. Cozy. The legacy scan of me that was on the computer.
What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon. Don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them run free. That isn't cool. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Не доверяю я ей. He's dead, Kat. The real Simon is dead. And I'm a replica of that scan Munchie did, thinking he's Simon. What did you expect? I don't know. I don't know what I was hoping for. An explanation? Maybe an apology? I'm sorry. Not from you. Thanks, I guess. I deleted the file, so hopefully I'll be the last Simon to suffer through this place. Ready to move on? Yeah. Let's go. А что, если уже есть несколько таких Саймонов, которые бродят? И, возможно, вот тот внизу... You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Ну, в смысле, а что... Подождите, как игра догадалась, что я вот сейчас буду размышлять по этому поводу? Ну, это логично, на самом деле, да. Что вот, если вот тот... Черт внизу! Или вот та фигня с головой непонятной, которая в подводной лодке там за нами охотилась. Это все Саймоны, но неудавшиеся какие-нибудь. Чертова игра считывает мои мысли. Проектор сканов. Проектор сканов активен. Вставьте чип с сканом. Вот. Не сойдет. А, может, я не туда вставляю? Считывай. Пуп-пуп-пуп-пуп. Ну и ладно. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense. Less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. О! Есть кнопочки, можно нажимать. Походу. Damaged. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Сейчас еще что-нибудь найдем. Или не найдем. Bust. Ну надо беспорядок хотя бы здесь устроить. Сделать вид, что я разгневанный робот, и чтобы меня те остальные роботы тоже уважать начали просто. Вот такое. Надеюсь, зауважают теперь. Так, куда это в чип встал? Ага.
There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Угу. Сжатые данные нейрограмма Накадзимы продолжительность т.т. сказала, что поможет доставить ковчег. Передать. Это что я передаю? Подождите. No, won't work. We need someone from Theta Security. Да, ну сорян, я убил себя во имя непрерывности. Стромейер сильно разозлился, усилил охрану, проект Ковчег приостановлен. Кэтрин Чун. А ты не знаешь там случайно? That one won't work either. Look for security people like Kronstadt or Strohmeyer. Ой, да ладно тебе. Где тут вообще написано? А, это вот. Беженец со станции Дельта. Объездщик конструкции. Сейчас работает на Стромейера. Очередное самоубийство во имя непрерывности. Стромейер опять закрыл мне вход в мою лабораторию. Мы так похожи. Уверена, в других обстоятельствах мы были бы лучшими друзьями. Тебе написано-то, кто это? Кроме того, что это женского пола. Она помогла мне устранить волновую утечку в шлеме. Это должно заметно улучшить головные боли после сканирования. Страски был добрый, висел. Весел. Как всегда. Сказал, что поможет соорудить ковчег, но не переносить его на станцию Фи. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Подергайся. Спасибо, Максиарти. Ты его там сохрани, я после стримчика гляну. И в группу залью. Не то. А ну-ка, ну-ка, дай-ка не то посмотри, что ты там не то скинул. Что долгий ролик. А, не тот кусочек вырезался. Ну ты, если что, сохрани на Твиче, там же можно, типа, вырезать и сохранить. Ну да, не тот кусочек вырезался. Я тебя понял. А потом мы это в группу в нашу зальем, в Контача. Спасибо. Так, ладно, да, запуск. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Да уж. Это, конечно... Господи, фейерверки кому-то приспичило. Думаю, что стучит. Давай еще раз. That wasn't so bad. Wait! Simon, you just reset the simulation. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Это то же самое. Надо, может, другого дядьку. Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me?
I trusted you, Chun. I trusted you! This setup won't work. We need something else. Я понял. Ой. Так а как вернуть? Надо, наверное, ему среду хоть какую-то поставить, что ли? Журнал сканирования. Чун Кэтрин, Ивашкин Николай, Хилл Джаспер, проект Ковчег приостановлен по приказу Строймейера на время расследования смерти Саранга. Так, так, так. Сделал мне выговор. Еще одна смерть, и проект закроют. Проект Ковчег приостановлен на неопределенный срок. Запланированные сканирования. А как назад-то вернуться? Я думал, может, там дядьку другого просто выбрать. Я так-то все чипы вроде просмотрел. Или не все. Бежал в окно стучать. Как другого? Я другого-то выбрать не могу. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool? What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Куда вам тут вставлять-то, чтобы заработало? По сети передать? Название на мониторе Патос. Идиот. Да ядрить. Значит, флешку надо. Либо флешку, либо... Я не знаю, что.
А флешка, наверное, внизу где-то. Ну, не внизу, а вот там вот. Откуда я убежал. Я просто не загружу. Сейчас еще раз попробую. У тебя пассис болит, Кио? Ладно, пойду флешку поищу. У тебя нету флешки? Ну ладно, да, давай. Я тебя не боюсь! Не боюсь! Гантелечки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Фух, достаточно. А так сердечный приступ ничего себе. О, мячик. Хомячик. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Да хорошо, найти-то мы найдем комнату его, нам... Нам надо найти флешку какую-нибудь. Ты чё, шкафчик закрыт, что ли? Как так? Все были открыты, этот закрыт. Привет, абракадабра. Спасибо. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. А где он жил там? Кто-нибудь помнит? А, вот же написано. Дуралей. Гай Конрад. Так, а кому он там? Никамура. Here we go. Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. А, вон. Чё-то темно. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Хорошо, возьми с полки пирожок. Я прослушал просто, потому что я и ее слушаю, и вас читаю одновременно. Брэндон Ван. О, лягушка. Брэндон, мне все не по себе от этой мысли... Брэндон, мне все не по себе от мыслей о сканировании. Все вокруг ведут себя так храбро, улыбаются, будто ни о чем не жалеют. Помнишь, ты говорил, что можешь держать меня за руку во время сканирования? Если предложение еще в силе, я...
его с благодарностью принимаю. Если мы сделаем это вместе, то и головные боли потом будем переживать вместе. Говорят, что они продолжаются еще пару дней. Целую, Элис. A letter from someone named Alice. They were together during the scan. You know her? He was close with Coster. I would not have expected that. Can you use that somehow? Keep looking. Cute. Че? Cute? Ох, как полетело. Так, ну ладно, пляж ему не понравится. Надо, если что, что-то другое ему показывать. Feral Child Award. А, ну типа, в молодости получил награду. Ему надо Версаль, наверное, какой-нибудь загружать. Brandon, you ready to go? Stromeyer says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs, and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. Да? I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We could trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Ну и это надо почитать. 14 августа. Акерс наконец-то согласился эвакуировать Дельту. Мы с Гоей и Крия сегодня переехали на Тету. Акерс сказал, что еще немного задержится. Вот сумасшедший. Я горжусь своей работой, но черт возьми. Тут все пошло наперекосяк с тех самых пор, как с поверхности перестали присылать запчасти. I found more evidence suggesting they were together during the scan. That's okay, Sherlock, we got it already. We should focus on simulating Brandon Wan. Мы с Элис прошли сканирование для ковчега. Стромейер сказал мне, что головная боль будет чуть ли не смертельная. Вот козел. Сначала все было нормально, но через пару часов голова просто затрещала от боли. Но хуже всего это Чун. Она иногда так на меня смотрит, что прямо передрагивает всего. Передергивает. Передрагивать, это странно. Стромейер вышел из себя и запретил сканирование для проекта Ковчег. Судя по всему, Конрад настолько поверил в непрерывность, что поджарил себя сразу после сканирования, прямо в кресле пилота. Что-то мне подсказывает, что скоро коды доступа сменятся. Мне только что рассказали, что группа Комуреби отправляется на Дельту, чтобы забрать Акерса. Он живет там один уже несколько месяцев. Даже не представляю, чем он там занимался. Так а чё, может еще по хаткам походим, посмотрим, чё у кого есть. Вот это прям вообще какая-то страшная, закрытая прям. У Конрада. О, Катюха здесь жила. Hey, that's my room. Да. No, it's just memories. Ух ты, шапочка. I seriously doubt you'll find anything useful in there. Ой, да ладно тебе, дай поковыряюсь в твоем грязном белье. О, куколки. You have a lot of toys. Расчесочку не хочешь взять на память? А, тебе не расчесывать нечего. Ну будешь себе микросхемы чесать. Или еще чего. Экспандер вон. Классно. You don't have to search my room. We'll get by. Слушай, хватит за мной следить, дай посмотреть.
А? Может, возьмем? Девочки, футболочки, маечки. Maybe we should move on. Да сейчас пойдем, что ты начинаешь-то? Киор, я нашел. Тебе принести? Какой странный мишка. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Toby. Come on, no need to go through all my stuff. Да ладно тебе, сейчас пойдем. Cool fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Наверняка сейчас что-то такое найдем, что она пожалеет об этом. Ну, кроме труселей. Мне кажется, она маньячка какая-то. Заметили, сколько у нее купол? Simon, get out of my room already. Ой, да прекрати. Что это у тебя тут? У нее все время был вирус этот. Слышь, Люся, в смысле Катя, чё ты не договариваешь там? Имоджен Рид испытала сегодня эту машину. Видно, что над ней поработала Ниу. Что более важно, машина была собрана достаточно примитивно, будто ее создатель хотел, чтобы Ниу смогло ее воссоздать. При активации машина проанализировала комнату и саму Рид. При этом Рид была просканирована, загружена в виде симуляции прямо в цифровом пространстве. Это зрелище шокировало Рид, и симуляцию пришлось прекратить. Меня же напугало то, насколько сильно эта машина похожа на мою собственную вирт-капсулу. После изучения той машины, которую испытывала Рид, я назвала ее Виварий. Стало ясно, что Ниу скопировала схему моей капсулы, чтобы создать окружение, в котором удерживается симуляция Рид. У наших проектов много общего, но есть одно различие. В моей капсуле обитают моментальные образы, собранные нейрографом, а мозговой образ в Виварии живет и развивается. Он не ограничен тем содержанием, которое было получено при сканировании мозга Рид. Образ Рид в Виварии – ее идеальная копия. Да, я смогу спасти человечество. Я смогу построить капсулу искусственной реальности, в которой поместятся все жители Патоса 2. Я не поняла до конца, как работает Виварией, но я могу скопировать технику сканирования НИУ с помощью кресел пилотов. Они уже подготовлены и оснащены подходящими электромагнитными барабанами. Все оказалось проще, чем я думала, ведь кресла пилотов созданы с учетом дифракции и могут выдержать поток энергии, необходимый для захвата сканов. Подозреваю, НИУ уже давно использовала их, чтобы тайком сканировать нас. Тогда понятно, откуда взялись пересмешники. Видимо, НИУ тайком просканировала людей, работавших на креслах пилотов, и взяло их сканы за основу машинного интеллекта для роботов. После того, как команда ознакомилась с проектом, на удивление, они отнеслись к нему очень положительно. Мы официально начали собирать ковчег. Нам нужно будет просканировать всех оставшихся людей и загрузить их сканы в капсулу, а потом мы запустим их в космос из космической пушки. Приятно думать, что человечество продолжит свое существование вот так. Марк Саранг убил себя после сканирования. Он говорил, что так следует поступить всем нам, что это каким-то образом поможет нам попасть в ковчег. По-настоящему. Не уверена, что это сработает. Пошли пересуды, и теперь в его смерти все почему-то винят меня. Стромейер мной недоволен. Надеюсь, все утрясется. Ну, ладно. Вроде ничего такого нету. Кроме вот этой фигни. Это ж вот прям выглядит как...
What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Oh, you mean... Yeah, that's a part of Reed's vivarium. It's a long story. Forget it. Ну ладно. Та жажа ходит. Ничего себе. У него тут даже компьютера нет в каюте. Ну чё, давайте руку запихаем. Сегодня мы еще ни разу не засовывали никуда руки. Надо сунуть разочек-то. По кайфу. Мне понравилось. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Так сказала, как будто это что-то противозаконное. Ничего в этом нету. Подушка мне нужна была. Тут прям кто-то прям в кровати вскрылся. Ну, мы все равно все умрем. Я пойду ва-банк. Поставлю на саранга и непрерывность. Ну да, а что бы вы сделали, если бы знали, что... Вам некуда деваться с этой базы. Котейка! Рыжий. Danger Restricted Area. А чё Danger-то? Ничего тут? Нормально всё.
Формула какая-то даже написана. Ну, надо же. Природа идентичности. Павлина Мартину. Кто мы? Что значит быть человеком? Наши тела и окружающая нас среда настоящие ли это мы, или всего лишь наша тюрьма? Трудно получить ответы на эти вопросы, не ударяясь в цинизм скептиков или мистицизм романтиков. В этой книге Павлина Мартину, профессор философии Карлова университета в Праге, представляет вам историю великих мыслителей и их рассуждений о человеческой идентичности. Формула верного проникновения кулаком в это. Возможно. Карфаген, 7 марта 2002. Марк Саранг, аналитик интеллектуальных систем. Тета, Патос 2. Мистер Саранг, руководство компании очень радо тому, что вам удалось распространить НИУ по всей станции. Мы полагаем, что вы понимаете, какая уникальная возможность вам выпала, и что вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы полностью проанализировать и исследовать эту загадку. Для этого вам надо обеспечить доктору Йохану Россу возможность управлять НИУ со станции Альфа и изучать его, другими словами, защитить его от персонала станции. В чрезвычайной ситуации вы можете отправить Джулию Даль со станции Омикрон для силового решения проблемы, но постарайтесь по возможности избегать крайних мер. Не очень важный и дорогостоящий проект, и мы надеемся на его благоприятное развитие. Наблюдательный совет. Наблюдательный совет. Все. Да, Мидас пропустил. А, это просто. Как перелистывать? Дорогие друзья, когда вы будете читать это, я уже буду полностью внутри ковчега. Как я уже объяснял, для этого нужно всего лишь завершить свою жизнь по окончании сканирования. Чтобы не пугать Кэтрин, я сделаю это тайно, завернув цианид в жвачку и положив ее в рот перед сканированием. Когда она объявит о завершении, я укушу жвачку, тем самым мгновенно вызвав смерть. Когда вы узнаете правду, сокрытую за моей смертью, то поймете, что в этом нет трагедии, ибо я одержал победу. Я советую всем вам сделать то же самое и встретиться со мной в ковчеге. Искренне ваш, Марк Саранг. Что-то под кроваткой. Сейчас посмотрим. Did you know that the human body consists of up to 75 trillion individual cells? They typically don't stay with us till we die. Some live a few days, while others live a few years. We're not affected by their short lifespans, as they're replaced by new cells which help sustain our bodies. I don't think anyone would argue that we ever lose our persona due to this process. Yet we are clearly in a constant state of transformation. Then how do we remain the same? A continuous flow of thought and perception keeps an unbroken chain of continuity that we know as our self. Our conscious mind is not the pattern of our brain, but a continuous emergent entity based on that pattern. When Dr. Chun populates the Ark, she is capturing a moment of our existence and placing it inside the digital world. Soon you and your digital you will grow apart due to diverging experiences, but for a tiny window, you are the very same.
with unbroken continuity, it will live on. A fulfilling life, no doubt, no less real than the one from which it was plucked. Now remember, you are not your body. You are the emergent entity. That entity just happens to occupy two places at once for a while. If you took away your body, you would simply be the only one you can be. The you inside the Ark. Let your body die and continue on in the digital paradise among the stars. Не, а с другой стороны, наоборот, было бы прикольно себя копировать и потом там пришел такой, загрузил себя в комп, пообщался сам с собой. Типа, ну сегодня мы ходили с тобой там туда-то, сюда-то. Че там как на ковчеге? А нас пока не телепортировали на ковчег. Ха-ха, неудачники. Возможно, и никогда не телепортируют. Но убивать себя, да, конечно, это глупость на самом деле, потому что, а кто помогать будет переселяться? Роук Сипи. А, под кроватку точно. Ну, вот тут гантелька и экспандер. Сорян. Я нечаянно. Вдруг на стекло наступлю, надо аккуратно с этим делом. Я проверил, на более мелкие оно не разбивается. Теперь на Mass Effect похоже. Не, на Mass Effect не похоже. Сейчас тряпочку найду. Master Tool Safety. Фигня какая-то. О, я бы, кстати, себе такую хотел картину повесить. По всю стену. Вообще бы классно выглядело. И с такой же подсветочкой сделать. Вообще пушка. Даже можно без вот этих вот всяких ворот, там дорожки, а просто такое фото здоровое солнце. Ну, шиковать так на всю тогда. Все вроде посмотрел.
давайте устроим небольшой перегрибчик, минут на 5. Я схожу, налью себе газировочки, и мы продолжим буквально через пару мгновений. Испугался, нет, ты что, я просто, как бы, решил посмотреть, что за картиночку там Ксипи вкинул в чатик, вот. Я ж ее не посмотрел, вот. Баклажанчики. Ну а шо ж ты не подгадал момент. Ладненько, давайте, перегриб, продолжим через пару минут, пару-тройку, пару-четверку-троек минут.